Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем открывать посылки. Сегодня Маша у нас посылки открывает. Пришли три посылки, Маша будет открывать. Давай, Маша, открывай. Тут у нас, ребята, аквариум. Пока открывай, я покажу. А, лампочка опять заедает. Все спрашивают, где у нас стоят аквариумы? Вот здесь вот. Все три стоят аквариумы. Тут мои книжки лежат. Егор, положи! Егор посылку украл! Ну давай, Егор, открывай. Покажи, Маш, подожди пока. Сейчас давай, Егор. Кто первый открыл? А, Маша открыла. Ложка для Вани. Такая зеленая с медвежонком. Ну, Егор. Ну дай. Следующую. Ты пока, да, пока эту открывай. Встань сюда. Вот у нас двое открывают. Маша, только аккуратно на жнеце. Что здесь? Ручка. Ручка пришла. Достань ее, посмотрим, что за ручка. У нас Марина заболела. Такие вот дела. Егорка уже тоже почти открыл. Там коробка с фонариком, по-моему. Ну-ка, Егор, помогай фонарики доставать. Вот такая вот ручка, ребята, у нас. Егор! О, череп! Ну-ка, давай включай. Череп Егорка хотел, череп. Нет. Убирай бумажку там. Теперь включай. Вот такой вот, ребята, череп. Ой, подожди, Маша. Сейчас. Вот такой вот череп. Крутой, Егорка? Тебе нравится? Егорка доволен. И дельфины. Дельфинчик такой пришел еще. Два фонарика. Да, два фонарика. Вот такие вот, ребята, сегодня у нас посылки были. Это ручка. Маш, колпачок-то верни на волю. Такая вот, короче, ручка. Ложечка для Ванюши. И два фонарика. Дельфин и... Череп. Покажи череп. Да. Ставь лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Марина, помахай пока. Пока. Пока.